Сегодня наша съемочная группа побывала в обновленном парке Учкуевка и убедилась, что здесь будет лучшая территория для детского отдыха. Работы еще не завершены, но уже сейчас парк радует продуманной и разнообразной инфраструктурой. Мальчишек, которые уже пробуют новые аттракционы, никто не выгоняет. И все же пока это стройплощадка, хотя работы уже на финальной стадии. Сейчас до открытия парка горожане переживают, что в нем будет мало зелени. Однако здесь постоянно идут работы по высадке цветов и кустарников. Как когда-то в Динопарке несознательные граждане пытаются воровать эти зеленые насаждения. Сегодня наблюдательный совет по реконструкции Учкуевки обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Михаилу Рузважаеву и к правоохранительным органам с просьбой усилить патрулирование этой территории сотрудниками МВД. Будем надеяться, что новое общественное пространство все же будет открыто в ближайшее время. Это событие станет ярким подарком для севастопольской детворы. Подробный фоторепортаж о том, чем нам понравился и чем огорчил новый парк, читайте и смотрите на нашем сайте ntsdefis.tv.com.